Хорошо, давайте что говорить. Нам надо немножко подготовиться. Не надо готовиться, вы уже не, вы можно без подготовки, хотя примерно просто скажите, что вам интересно. Примерно я уже вот говорил. Видите? Грация Рим, Латвия. Я думаю, историю видите, фирмы посмотрите. Вы уже знаете, не первый нет, год. Нет, я-то уже... знаю, но мы же делаем репортаж для тех людей, которые еще не знают. Те, кто знает, они подтвердят то, что ну, видят. Давайте, кратко расскажу. Представляйтесь сначала. Грация Рим. Нет, себя. Меня зовут Ирина, я представляю фирму Грация Рим. Грация Рим – это прекрасный семейный бизнес. Это на самом деле очень хорошо, потому что все, что мы делаем, это делается с большим участием, с большой любовью и с большим вовлечением абсолютно всех сотрудников в процесс. Это прибалтийский бренд. Скажем так, мы освоили, вернее, не освоили, а держим те стандарты качества, которые когда-то были заявлены. Но при этом... Заложены основателями. Заложены, да, основателями. Римой. И при этом продолжаем двигаться в каком-то направлении более современном. То есть у нас действительно белье сегмента фэшн. И в этом фэшн-сегменте мы стараемся схватывать моментально буквально все передовые тенденции и перенимать их к себе, осваивать, модернизировать и быть максимально актуальными. Адаптировать к российскому рынку, к его ценовому уровню. И да, предлагать то, что в том числе является самым продаваемым. На самом деле российский рынок достаточно неплох в этом плане. Как-то о нем так пренебрежительно сказали. Ничего подобного. У нас в том сегменте, где вы работаете, куда вы вошли, очень благодарный рынок. Да, я тоже так считаю. Соответственно, мы рады вот были буквально пару месяцев назад выпустить новую коллекцию. Эта коллекция действительно ультрамодная, актуальная. Она вся построена на вышивках, на тонких сетках. Это то, что сейчас является очень востребованным. То, что сейчас выпускают крупные марки типа Агента Провокатора, такие марки как Шанталь Тома и так далее. Стараемся не отставать. Коллекция как раз была представлена вчера на показе. Надеюсь, что вам понравится. Мы всегда будем рады услышать обратную связь от наших партнеров. Ирина, давайте перейдем, уже не к рассказу, а к показу. Давайте, я буду вот и нюансы такие, которые делаются. Видите? Это просто, скажем так, попытка сделать максимально домашним и приятным наш стенд. Конечно. Да, у нас произошел ребрендинг, кстати. У нас новый логотип, у нас новый стенд. Мы по-другому себя чувствуем, более обновленными. Это все гармонирует с продукцией, да, с вашим стилем? Да, это все очень гармонирует с продукцией, да. Рассказывайте, коллекция, вот как пойдем. У нас появились наши новые подружки, они представляют нашу новую коллекцию. Вот это как раз те самые тонкие. У них есть имя какое-то у подружек? У подружек нет, они пока безымянные, это знаете как, не все детям сразу имя дают. То есть это со временем обживутся. Шубы вот. Это не вы выпускаете, нет? Это... Никто этого не видел, проходим дальше. Ничего, это все гармонично вписалось. Давайте вот сюда лучше обратим внимание. Это правда совершенно роскошные вышивки на тонкой сетке. То есть это то, что сейчас действительно очень актуально и востребовано. Такая очень тонкая сексуальность. Женщина, одев на себя такое изделие, чувствует себя совершенно по-другому. И я бы вот всем рекомендовала попробовать. Вышивка, это же в Латвии не делается? Нет, у нас абсолютно все комплектующие европейские. То есть это те же комплектующие, которые используют известные мировые марки, типа Шанталь Тома. По порядочку. Или что вы хотите показать? Так, наши верхние боди. А вы показываете, потому что так не очень видно. Наши верхние боди. Скажем так, верхние боди в новой коллекции пока не представлены, но есть предыдущая коллекция. Это предыдущая? Это предыдущая коллекция сейчас. Вот. Это боди Ванесса, предыдущая коллекция. Опять же, мы видим кружево. Она доступна для покупателей? Да, она доступна для покупателей, уже вышла в производство. Опять же, присутствует тонкая сетка. Боди подходит как для ношения в свет, так, собственно, и для какого-то домашнего использования. Цена вопроса? Вот цену вопроса, к сожалению, не смогу подсказать. Уровень? Да. Не надо мне точно уровень. Марин, какая у нас цена вопроса боди? Боди стоит от 2,5 до 3,5. 2,5-3,5 тысячи. Дальше здесь еще немножко коллекции прошлого сезона, о ней тогда не будем, лучше поговорим о новой. Давайте. Здесь у нас коллекция этого сезона Беатрикс. Она представлена в двух цветах, совершенно умопомрачительно красивом
пудровом цвете. Не знаю, насколько персик, передает пудра, кадр. Ну... Но пудра просто невероятно красивая. Опять же, тонкие сетки. Геометрические линии. Да, геометрические линии. Куда-то уже дели бюст. И представлено в черном Продали. Цвете. Изящно, воздушно, да, здесь, опять же, невесомо. Работает воздух, работает геометрия. Работает максимальное привлечение внимания именно к телу. То есть не к дизайну, а именно к телу. То есть здесь такой вопрос естественности. Также из новой коллекции у нас здесь есть Дита. Сочетание опять какой-то пудры и черного. Но это более... скорее не пудра, это скорее нюд и черный. Да. Нюд и черный. В этой коллекции есть большое количество разнообразных бюстов, которые удовлетворяют действительно различные вкусы. Есть и удлиненный стан, и мягкие чашки без каркасов, и мягкие чашки с каркасами. Причем надо сказать, что мягкие чашки с каркасами превосходно держат грудь любых размеров. Действительно, очень До какого размера носится. Делаете? По-моему, до размера... Марин, до какого размера у нас мягкая чашка идет на каркасе? Да, 85 CD. Отлично держит грудь и очень комфортно носится. То есть сочетается не только какая-то сексуальность, но еще и действительно очень удобная носка повседневная. С удлиненным станом. Это, мне кажется, что для таких уже совсем модниц. Да. Также присутствует и полупоролон. Тоже ваша, как вы это говорите, подруга. Это хит прошлого сезона. Да, это на нашей подруге хит прошлого сезона. Вот, наша Карлин. То есть вот эти вот линии, портупеи, немножко такая отсылка к фетишу. Она имела место быть, сейчас уже немножко отходит, но тем не менее на волне все еще востребована. И это один из хитов. Вот еще один из наших хитов. Это наша Кьяра. Кьяру, я думаю, что знают уже все. Это действительно такой очень востребованная модель. Чтобы ее лучше увидеть, надо посмотреть вот так. Телесного цвета она не видна. Да, это сетка на теле. Нюд с черным. Как будто кружева, как тату. Да. На теле. Такой формат татуажа. И мы дополнили эту коллекцию. Видно, теперь прям. У нас есть не только комплект, но еще и корсельет. Это совершенно невероятной красоты будуарная вещь. Я думаю, что подобная вещь должна быть в гардеробе каждой женщины для особых случаев, когда хочется прям совсем обворожительно себя чувствовать, подчеркнуть свою естественность, сексуальность. Так, что еще вам показать? Все подряд. Все подряд. Ну, прекрасная наша коллекция Vintage Flower, это прошлого сезона. В ней совершенно изумительное кружево. То есть текстура этого кружева невероятно красивая. Это такой двуслойная крупный, получается. Очень выразительный рисунок. Конструкция. Да. Так, об этом мы пока... вот. Для невест. Для невест. Целая линия у вас для я невест? Считаю, что, да, у нас целая линия для невест. И вот это вот мой сейчас фаворит. Это невероятно нежный комплект. Называется он Pearl Rose. Здесь есть очень модный сейчас эффект омбре, когда есть такая растушевка, мы ее достигаем путем сочетания различной сетки, различных тонов и различной плотности. Многослойная конструкция. Да, многослойная конструкция, очень сложная в исполнении. Тенденция, да, такая сложная, действительно. И нежные-нежные сочетания оттенков розового и белого, бело-молочного. Также представлен корсет в чашке Пуша. Есть мягкая чашка на косточках. Также отлично держит и при этом это, конечно, очень нежно смотрится. Да. Воздушно. Воздушно. Есть опять же чашка Пуша. Еще у нас дополнилась свадебная коллекция фисташковым зефиром. Так и называется коллекция фисташковый зефир. Фисташковый сейчас ультрамодный цвет, так же, как и розовый. Вот эти пастельные оттенки, они как пошли, так и сохраняют позиции уже на протяжении нескольких лет. Поэтому мы решили адаптировать нашу популярную модель розы пустыни и сделали свадебную коллекцию фисташковый зефир. Это тоже это очень многослойная конструкция, то есть здесь играет сочетание атласа и кружева поверх.
Также представлена мягкая чашка с косточками. Уровень цен на комплекты порядка 2500, наверное, комплект. А, да, в районе. То есть точно по ценам сориентировать не будет сложно. Вот, скажем так, это у нас лучше девочки подскажут. И хозяйка. Да, и хозяйка, да. Нам комментарии давала Марина Ходорович, хозяйка. Потом, что еще могу вам показать? Это также у нас из свадебной коллекции наши фавориты. Не только свадебной коллекции, на самом деле, просто девушки, которые хотят белое нижнее белье, очень любят эту форму. Говорят, что это по отзывам наших действительно постоянных клиентов. Это одна из самых наиудобнейших форм. Конструкций. Да, конструкций. Да, то есть все ее очень хвалят, говорят, что она невероятно удобна в носке. Какой балкончик такой сделает. Соответственно, вот. И как есть, называется Лоретта коллекция, есть также удлиненный стан с чашкой пуш-ап. Они построили фабрику в Таиланде. И со стразами. И различные виды. Трусиков. Трусиков, да. То есть есть трусики завышенные, что тоже сейчас очень востребовано у девушек. Есть стринги, есть трусики обычные. Пояса для чулок. Сейчас как конечно, раз там подсмотрю, демонстрируется. Свадебная коллекция без поясов для чулок. Да. Еще подвязки, наверное, где-то да, есть. Подвязки есть. Где-то там у нас подвязки есть. Искать надо. Вот да. Это вот опять же пояс для чулок фисташкового зефира. Так, вы не предлагаете чулки к этим поясам? Мы предлагаем чулки. Они у нас есть... Скажем так, у нас одна модель, но она есть в нескольких цветах. Для невестных она есть с белым кружевом, да, чтобы сочеталось. Белого и молочного оттенка. Ну и, скажем так, есть для повседневной носки чулки или для каких-то особых случаев. Сочетание телесного цвета и черного кружева. И есть черные чулки. Линейка чулок у нас, скажем так, небольшая, но зато очень сильно запоминающаяся. То есть вот такого вот элемента вы больше не найдете. Это действительно такой вот... Да, наш, я смотрю, часовая почерк. Гамма, смотрите, какая у вас. Да, мы стараемся... Очень лаконичная. Вот давайте. Как для невест, так и